Здравствуйте, вот есть у меня такие вот два сувенира, я тут ковырялся на полках и нашел. Значит, это такая штучка типа музыкальной шкатулки. Вот у нее сзади есть, как завести ее, и потом она играет музыку. Ну, каковы цели этих сувениров? Ну, понятно, что-то можно для удовольствия, что-то можно использовать утилитарно. Но вот я думаю, вот это вот как-то можно использовать как подставку для горячей посуды, потому что здесь сверху керамика, а это здесь стекло. Я думаю, что, скорее всего, это все же картина. Хотя, значит, ситуация обстоит так, что тут вот кто-то наклеил ножки. Но я вот ее купил с такими ножками. Правда, сейчас это почему-то этот клей весь расплылся, и они, так сказать, отлипают и падают. Но здесь вот есть, видите, такой крючочек, который можно подвесить. А вот во второй, значит, есть и такая вот тайная надпись. Сейчас я ее покажу крупно, эту надпись, чтобы можно было прочитать, что там написано. Теперь дальше. Значит, давайте сделаем так. Я вот сейчас заведу вот эту первую шкатулочку, вот, и мы, так сказать, послушаем, как она играет. Давайте послушаем. Ну, а вот теперь вторая шкатулочка. Значит, вот здесь есть такой включатель-выключатель музыки. Вот. Ну, естественно, можно, значит, ее тоже завести. Вот, сейчас тут выключена музыка. Сейчас мы ее заведем, поставим и послушаем, как она играет. Ну вот мне показалось, что они играют одинаково, не одинаково, а две разные музыки играют. Вот, наверное, сзади как раз и написано название той музыки, которую они играют. Ну вот как бы на этом все про эти маленькие шкатулочки. Спасибо вам большое, до свидания и до следующих встреч.